Реорганизация должна произойти после Нового года. Таким образом, уже в 2013 году школа в Радужном станет школой номер один города Тамбова. Тогда же будет назначено новое руководство учебного заведения. Впрочем, в Комитете образования города Тамбова в настоящий момент не готовы поделиться подробностями предстоящих преобразований. Этот вопрос до сих пор находится в стадии проработки, говорит заместитель председателя Комитета образования городской администрации Любовь Вановская. Известно, что подобное решение связано с предстоящим строительством школы Сколково, Тамбов. Будущая школа номер один в Радужном станет одним из учебных корпусов инновационного центра. Сегодня в Тамбове произошло поистине грандиозное событие. На севере города, в микрорайоне Радужный, состоялось открытие первой муниципальной школы Сколково. Этого дня северяне без преувеличения ждали более 5 лет. Школа Сколково-Тамбов сегодня впервые распахнула двери для учеников. Очень красивая, очень удобная, функциональная. Это школа будущего, как говорили, когда мы выступали в сценке. Это самая лучшая школа. И закрутилось колесо событий, отматывая ленту наших достижений и побед. Призовые места в городской учительской спартакиаде. Первое место в номинациях «Лучший лагерь дневного пребывания», «Лучшая программа летнего отдыха» в региональном конкурсе на «Лучшую организацию отдыха детей». Первое место в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций. Первое место во всероссийском и межрегиональном этапах конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя». Первые места в муниципальном этапе всероссийской акции «Виват. Наука». Первое место во всероссийской акции «Мир науки и техники». Первое место в региональном конкурсе по организации работы с одаренными детьми «Формула успеха». Первое место в городском конкурсе «Вклад Тамбовщины в победу в Великой Отечественной войне». Призовое место в областном конкурсе «Новое воспитание нового поколения». Победитель регионального этапа ВИИ межрегионального конкурса «Вифлеемская звезда». Лауреат всероссийского конкурса лучших проектов по питанию. Первое место в муниципальном и региональном этапах открытого всероссийского конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов. Победитель областного конкурса веб-сайтов общеобразовательных организаций Тамбовской области. Первое место в городском конкурсе «Учитель года» 2019. Первое место в командном первенстве города Тамбова по шахматам. Первое место в открытом рождественском турнире по волейболу «Спортивные надежды». Первое место в муниципальном конкурсе «Лучшие в ГДО». Первое место в областном конкурсе научных обществ учащихся. Первое место в областном конкурсе «Лучшая школьная столовая». Призовое место в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший музей образовательной организации». Победители телевикторины «Планета знаний» на телеканале «Россия». И, конечно, невозможно было достичь этих высот и побед без поддержки надежных партнеров, которых школа приобрела за 10 лет.